Если нет, уже выезжаю, заезжаю. Нет, нет. Запрещено есть машина? Ничего, я тебе не сказал, что ты запрещен. Ничего нет. Запрещено что-нибудь. Само вышло. Надо в порядке, да, у вас? Все в порядке. Нас, когда мы приехали, матери было плохо. Оказывается, они обнаружили, когда вернулись с костей, мертвыми. Ну, видимо, с их слов и окружающих, за несколько, может быть, даже полтора часа, как их убили. Судебно-медицинская экспертиза, там следователи. Этим мы непосредственно, это не наши функции, мы этим не занимаемся. Но они проводят все, что нужно сделали. Ну да, когда родители обнаружили, после этого, когда они давно уже умершие были. Да, там было горло порезано на обоях, множественные ранения. Так нескольких местах там, туловище, брюшной полости и так далее. Печально, когда вот такие в молодом возрасте. Какой грех может быть на таком, в таком возрасте у детей? Просто, я не знаю, кого так рука пошла. И действительно, их людьми нельзя называть. Это изверги, настоящие изверги. Это кухня, да? Кого? А? Скажите, младший был. Не волнуйтесь, вы... Да ничего, здесь младший был, там старший был. Здесь младший, там старший? Да. А где? А вон комната их здесь. А, можно? Пойдем. Скажите, мы снимем. Надо, давай, быстро, быстро. Быстро, пока женщины идут. Вот комната. Игрушки, ну что, мы снимем, перейду к истинам, надо смотреть. Сейчас не Спасибо.
сняли? Да, все. А вот зайдем. Два плана можно сделать, что там мужики стоят. Сейчас сделаем. Разрешите. Здесь тоже. Здесь все? И вот здесь уже драли, что ли. Ну, здесь крови. А, здесь. Ну да. Сюда выше. Да, сопротивлялся, да, ребята. Ну ладно, что-то не...